В Уральске прошел второй международный экологический форум «Юрлск Грин Форум», организованный компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг БВ». Темой обсуждения стала реализация концепции зеленой экономики в нефтегазовой отрасли. Своими предложениями поделились эксперты в области охраны окружающей среды, представители государственных органов и общественных организаций. Форум стал отличной площадкой для постановки и решения ключевых вопросов экологии и обмена новейшими технологиями в этой сфере. В этот раз особое внимание уделили теме внедрения инноваций в нефтегазовой промышленности, в том числе в области переработки отходов. Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и энергосбережения. Так, по итогам 2017 года объем утилизации газа составил 99,92%. Который является показателем мирового уровня, а также выше среднего значения в европейских странах. Конечно, в ходе реализации проекта возникают различные вопросы, поэтому сегодняшний форум призван стать диалоговой площадкой между государственными органами, а также недропользователями. Карачаганакским проектом тоже мы тесно работаем для того, чтобы снизить выбросы в экологию. В прошлом году только они начали новые технологии еще модернизировать, и 5 миллиардов дополнительно выделено для того, чтобы очистить эти выбросы. Вот такие задачи перед нами стоят. Компания NCUC принимает в данном мероприятии второй год активно. Мы благодарны нашим коллегам из компании КПО за предоставленную возможность, за диалоговую площадку, за то, что мы можем встретиться с представителями государственных органов, пообщаться с другими компаниями, обсудить наболевшие вопросы, найти пути решения этих вопросов. Делегаты форума, это более 150 компетентных специалистов, поделились опытом применения современных подходов в сфере энергосбережения. Говорили о перспективах дальнейшего совершенствования природоохранного законодательства. КПО придерживается высоких стандартов в области охраны окружающей среды. На снижение выбросов, утилизацию отходов и внедрение в производственный процесс зеленых технологий за последние 20 лет руководством компании инвестировано около 363 миллионов долларов США.